А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Привет, ребят, с вами снова Флиппи, и сегодня я не один, а с Варей, поздоровайся. Всем привет. Да, ребят, сегодня мы будем делать, пробовать новый формат. Я не знаю, понравится ли нам вообще смотреть, понравится ли вам. Если вам реально понравится, то ставьте лайкосики, мы посмотрим, может, продолжим что-нибудь такое делать. Короче, сегодня у нас обзор клипов по Brawl Stars, уточнение. Варя вообще первый раз сегодня видит, ну и короче, ребят, я не знаю, что сегодня будет. Ссылочка на оригинал всех песен в описании. Напишите, как вы вообще к этому относитесь. Честно говоря, для меня попытка сделать кавер и переделать ее под песню по Brawl Stars, ну это какая-то сомнительная на самом деле тема. Короче, поехали оценивать. Начнем вроде с нормальной более-менее песни кавера. Некор ТВ, он вообще там делает дофига этих песен. Я просто трачу время на тебя, тебя, а, тебя. Сейчас, перед тем, как мы продолжим слушать, все песни, они немножко... звучат так, ну, фигово, потому что люди делали непрофессионально, да? Короче, Варь, будем в конце оценивать, какое самое тебе больше понравилось. Будем оценивать, хорошо, знаешь, по какой системе? Лайк, дизлайк. То есть мы не будем там от 1 до 5, просто понравилось, не понравилось, или там смешно, не смешно, но... Тебя, oh yeah, я просто трачу время на тебя, тебя, тебя. Я трачу время в игре с командой нубов в тиме. Один из них не сказал, что это полный провал. Играю как рак, и без кустов мне никак. Он всем покажет, что круто, остальные сольют. Давай один на один, yeah, поймешь, кто сильнее. Прячешься от меня в кустах, теперь я твой единственный страх. Меня не пугает твой ранг, yeah, знаю, кто тут победитель. Настал тут ответственный момент, получаешь мой дьявольский ответ. Я просто трачу время на тебя, 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 тебя. Я просто трачу время на тебя, тебя, тебя. Время убегать, ты сливаешь опять. Снова попадаю, ты кидаешь меня в бан. Обидка. Я просто трачу время, я просто трачу время, я просто трачу время. Время убегать, ты сливаешь опять. Снова попадаю, ты кидаешь меня в бан. Обидка. Я просто трачу время, я просто трачу время, я просто трачу время. Обидка. Пау-па-па-па-па-па-па-па-па. Окей, я думаю, что мы не будем прям до конца досматривать, но короче... Я не знаю, это на самом деле мне сейчас вообще стрёмно как-то смотреть, это непривычно для меня. Обычно мы что-то смотрим, там комментируем, сейчас особо ничего не прокомментируешь, потому что это песня. Ну, я не знаю. Давай ты первый оценишь, как тебе? Ну, мне понравился лайк. Понравился лайк? Да. Ну, это просто, ну, пытались сделать кавер, не смешно никак. В конце будет смешно, так что, ребят, обязательно досматривайте до конца. Просто я тоже, окей, пускай поставлю лайк. То есть, видно, что постарались, сделали там клип типа по Brawl Stars, но, окей, это еще не так плохо. Дальше лучше будет. Так, следующий клип, тоже Некор ТВ. Звучит как... Нет, название Некор ТВ звучит как... Ладно, неважно. Ты игра, а я игрок. Ты режим, а я замок. Ты эль прима, я сосок. Ты Леон, а я волчок. Ты игра, а я игрок. Ты биби, а я клинок. Ты тик-так, а я тик-ток. Ты ракета, а я брок. Я с пчелкой играю, шаде, а всех ужалю. Я жужжу-жалю с самого утра. Играю, играю и не понимаю, зачем нужна мишеньки я. Вот пока что прервемся, все равно сейчас досмотрим небольшой клип. Вот как ты думаешь, сколько этот видеоролик набрал просмотров на ютубе? Не знаю. Ну как, ну предположи. Ну то есть много людей его посмотрело или нет? Как ты думаешь? Думаю, да, наверное. Да, его посмотрело 150 тысяч людей, ты понимаешь? То есть много кому это понравилось? Миша голодный. Он очень добрый. Это, конечно, стрёмно. Мне вообще как-то это... Он хочет мёда. От пчелки мёда. Ты игра, а я игрок. Ты режим, а я замок. Ты эль прима, я сосок. Ты Леон, а я волчок. Ты игра, а я игрок. Про тик-ток. Ты биби, а я клинок. Ты тик-так, а я тик-ток. Ты ракет.
ракета. Вот это единственное мне понравилось. Ну, ты ладно. Игра, а я игрок. Ты режим, а я замок. Ты эльприма, я сосок. Ты Леон, а я волчок. Ты игра, а я игрок. Ты биби, а я клинок. Ты тик-так, а я тик-ток. Ты ракета, а я брок. Я не знаю, я все равно какой-то испытываю такой стыд испанский, но окей. Лучше предыдущего, как тебе, Варя? Ну, нет. Хуже? Да. Хуже, предыдущая про любимку была, да. Топовой, да? Но окей, я тоже, мне кажется, что вот клип самый неплохой, да? Но да. Песня хуже, так что я ставлю, давай дизлайк. Я тоже дизлайк. Все, окей, и сейчас самое последнее, должно быть просто топово. Я уже часть смотрел, это по идее вообще там разрыв, пушка. Я просто трачу бабло на Дана, 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 Дана. Мы до конца досматривать не будем. Я просто трачу бабло на Дана, Дана. Видишь, человек Дана постарался, записал свое лицо. Захожу я в игру, и теперь я в строю. И с настроем таким, что сейчас их убью. Буду дальше играть и бойца выбирать. Все кусты проверять, годных крыс убивать. Снова на ринге, вот сейчас будет бинго. Я взрываюсь в кусты. Один, где же ты, где же ты, где? Попроверял я везде, крыситься нехорошо. Оп, пошел. Я просто трачу бабло на Дана, 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 Дана. Я просто трачу бабло на Дана, Дана, Дана. Время пострелять, я выбрал кальда, я в цель попадаю и победа. Так, окей, пока поставим на паузу, мы сейчас заслушаем еще. Как вы думаешь, сколько это набрало просмотров? Не знаю. Ну как ты думаешь, много? Много? Да. На самом деле нет, этот шедевр набрал всего лишь 100 просмотров. Не 100 тысяч, понимаешь, там 100 просмотров. Видишь, я нашел этот видеоролик, этот шедевр. Ребят, вы должны, короче, залайкать этого парня. Он просто сделал топовую песню. Станцевал. Я просто трачу бабло, я просто трачу бабло, я просто трачу бабло. Время пострелять, да я выбрал кальда. Я побеждаю, уже ждет моя ульта. На ринге я просто трачу бабло, я просто трачу бабло, я просто трачу бабло. Денег много вложил, или он купил. Буду сейчас вас искать, а потом убивать. Но открыл большой бокс, это правда всерьез. Легендарку бойца мне этот бокс преподнес. Где же ты, где же ты, где? Тим просто друга в беде. Только к кустам подходил. Все, короче, Варя, останавливаемся до этого. Я не знаю, как это на самом деле комментировать. Я не знаю, продолжать ли это, странный формат. Мне вообще неприятно как-то. Не то, что мне приятно, непривычно снимать. Очень странно, что ставишь клипы. Давай ты будешь всегда первый оценивать, чтобы я ориентировался по тебе. Ну, я не знаю, тяжело выбрать, потому что мне вроде понравился, вроде так себе. Смотри, песня, честно, мне вообще не понравилась. Но клип смешной. Клип смешной, я за это ставлю лайкосик. Ну, я не знаю. Давай еще есть оценка, типа, вот такая вот, вот такая, ни туда, ни сюда. Такую я и ставлю. Такую? Да. Все, окей, ребят, напишите, что думаете, ссылка на оригинал в клипы есть, напишите, что вы думаете вообще про эти клипы, нормально ли это снимать такие клипы, потому что, ну блин, смысл делать кавер и переделать их под Brawl Stars, хотя нет, есть неплохие, типа там, как там поется... А у меня во дворе в Brawl Stars играют все. Ну это, да, вот это было прикольно. То есть оно и в ТикТоке там завирусилось. Вот такое на самом деле что-то странное. Но окей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.